Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Приплыли. В Бобруйске объявлено штормовое гидрологическое предупреждение. Ослот не рекомендует передвигаться по льду в подтопленных местах. Какие прогнозы? Абьюзеры среди нас. Я сейчас вот задумался об этом, чтобы дети были в самой семье. УВД проводит акцию «Насилию в семье стоп». Стерпится, слюбится. Истоки патриотизма. В школьных музеях Бобруйска проводят уроки мужества. Подрастающему поколению нужно знать историю, потому что это как бы наше прошлое. О чем молчат экспонаты? А также рабочий визит, местный сбор и социальные выплаты. С 1 февраля увеличится бюджет прожиточного минимума. Насколько? Покорить африканский континент. Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Белорусского лидера лично встретил президент страны. Официальная часть переговоров запланирована на 31 января. Глава государств встретится в формате один на один и в расширенном составе с участием членов делегации с обеих сторон. Беларусь и Зимбабве связывают прочные партнерские отношения. За 5 лет товарооборот увеличился в 15 раз. В Африке уже работает совместная компания по добыче полезных ископаемых. Запущены новые проекты в аграрной сфере. Ведется строительство электростанции. 2 человека погибли, еще 4 в больнице в результате аварии под Бобруйском. ДТП произошло на 31-м километре дороги Бобруйск-Мозырь. 23-летний водитель «Форда», как сообщается, совершая обгон, выехал на встречку, где столкнулся с «Пежо». Пассажиры американца, 35-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались на месте. ГАИ призывает быть предельно осторожными за рулем, соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, избегать резкого торможения и опасных маневров. Тихие жертвы. В Бобруйске проходит акция «Насилию в семье стоп». Каждый месяц в городе фиксируется около 200 бытовых конфликтов. И это только те, кто прибегает к помощи милиции. В масштабах страны к ответственности привлечено более 40 тысяч тиранов. Всему виной алкоголь. А тех, кто переходит все границы, Татьяна Горбач. В эту квартиру на Шмидта инспектор по делам несовершеннолетних заходит регулярно. Под особым контролем семья, где дети находятся в социально опасном положении. А тут их 4. Постоянная ругань и драки пьяных родителей – для них обычное дело. Пара уже привлекалась к административной ответственности. Если не возьмется за ум, может лишиться самого дорогого. Вот сказали мне на комиссии, как в СОП поставили, на комиссии сказали – типа, что даже куска хлеба не будет хватать, если будет высчитывать, вам зарплаты даже почти не будет хватать. Там будете 60-70 рублей сколько получать. Коммунально даже не за что будет заплатить. Я сейчас вот задумался об этом, чтобы дети были со мной в семье. В доме по улице 8 марта вместе с мамой и бабушкой живут 2 мальчишек. Семья только недавно смогла узнать, что такое тишина и покой. Старшего сына дебошира забрали на лечение в ЛТП. Основная причина агрессии и рукоприкладства – зеленый змей. Сегодня в Бобруйске на учете в наркологическом диспансере состоят свыше 2500 злоупотребляющих спиртными напитками. Из них 23% – женщины. Большинство пагубную привычку не признают. По итогам 12 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на территории города Бобруйска отмечается снижение убийств, а также зарегистрированных тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Проблему государства решает силами нескольких ведомств. К акции «Насилию в семье стоп» подключаются не только органы внутренних дел, но и центры соцобслуживания населения с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24/7 работают службы психологической поддержки. Свою лепту вносят и социальные педагоги. Знают всю ситуацию изнутри. Как в этом доме на Бахарова, где живут трудные подростки. В положительную сторону динамика есть. И девочки молодцы. Ну и как мама уже можно характеризовать ее только с положительной стороны. В 2022-м в Беларуси к административной ответственности привлечено более 40 тысяч тиранов. На номер 102 поступило свыше 100 тысяч обращений о помощи. Сейчас идет работа над созданием реестра информации о фактах домашнего насилия. К июлю 2024-го она будет завершена. До этого банк данных интегрирует в общегосударственную автоматизированную инфосистему. Абьюзер должен понимать, на любой кулак найдется правовой ответ. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Новый внедорожник, местный сбор и централизованный экзамен. Минобразование запустило горячую линию по вопросам вступительной кампании.
Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство определило порядок передачи иностранных компаний под внешнее управление. Теперь оно может быть введено, если фактически организацией никто не руководит или управляет некомпетентно. Все для того, чтобы не оставить трудовой коллектив без работы. Меры не действуют в отношении предприятий, которые уже находятся в процессе ликвидации либо признания банкротства. При выезде из Беларуси с 1 февраля в Брестской, Гродненской и Витебской областях вводится местный сбор 37 рублей, вне зависимости от количества пассажиров. На таможне нужно будет предоставить чек в бумажном или электронном виде. Документ должен содержать фамилию плательщика или наименование организации, дату и сумму, регистрационный номер транспорта и назначение платежа. В стране со следующего месяца повышается бюджет прожиточного минимума до 341 рубля 48 копеек. Пропорционально росту показателя изменятся и суммы государственных пособий. Министерство труда и соцзащиты утвердило и размеры БПМ по основным социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения 377 рублей, для пенсионеров 256. Минобразование запустило горячую линию по вопросам вступительной кампании и централизованного экзамена. Любой вопрос можно задать до 28 апреля. В субботу на базе 144 пунктов прошло репетиционное испытание. Участие в нем приняли около 53 тысяч школьников. Результаты будут известны на сайте РИКС через 2-3 недели. Завод «Белджи» расширяет модельный ряд. В марте этого года начнут производить новый внедорожник «Джили Манджаро». Кроме того, компания намерена расширить линейку электромобилей. Сейчас проводятся испытания. На одной зарядке авто может проезжать до 500 километров. Стратегия предприятия заключается в том, чтобы человек, покупая транспорт, спустя время не думал о ремонте. Аномально теплый январь принес зимний паводок. Подтопления в это время года гидрологи не фиксировали десятилетия. Больше всего поплыл север и восток страны. Причина – резкое потепление в начале января. Свою лепту внесли и обильные осадки. Местами вскрылись Сожь, Припять, отдельные притоки Западной Двины и Днепра. Уровень воды на Березине в районе Бобруйска близок к опасно высоким отметкам, при которых река выходит на пойму, затапливается прибрежная территория. Объявлено штормовое гидрологическое предупреждение. Подтопленные места несут опасность, а свод не рекомендует передвигаться по льду в подтопленных местах. Также не рекомендуется выезжать на автотранспорте на лед. Если все-таки возникла необходимость острая передвигаться по льду, при себе обязательно нужно иметь спасательные средства. Это спасательный жилет и линь-веревка длиной 15-20 метров. Для паники причин нет. Для сравнения, максимальный подъем реки наблюдался 4 апреля 2010-го и составил 364 сантиметра. Вот тогда некоторые районы города потопило основательно. Особенно последствия паводка ощутили жители Береговой и поселка 2 мая. Сейчас уровень воды на метр ниже. Боевая слава. В школьных музеях Бобруйска проводит уроки мужества. Экспозиции посвящены Великой Отечественной и воинам-интернационалистам. Работают здесь и этнографические залы. В числе экспонатов – винтовки системы Мойсина, пистолет Макарова, смертные жетоны и макет танка. Об историческом прошлом Ольга Васенда. В нашем музее есть уникальный экспонат. Это газета из дворца Амина. Учащийся 17-й школы Владислав Свиридов не мыслит свою жизнь без военной истории. Планирует поступать в Академию МВД. Каждую неделю в Центре допризывной подготовки старшеклассник проводит экскурсии для детей на тему «Афганистан. Мужество и память». В экспозиции идентификационные жетоны, боевые награды, головные уборы и личные документы воинов-интернационалистов. Иногда волнительно, потому что каждый раз, когда приезжаешь в школы, каждый по-своему реагирует на афганскую войну, вызывает интерес с уроков истории, так как ты начинаешь глубже рассматривать разные ситуации, начинаешь узнавать, что же там было, что произошло, как дальше после этого было. Не зная наших героев, не зная обыкновенных героев труда, войны, мы не можем представить себе просто строительство нашего светлого будущего. Независимость государства, такого небольшого, но значимого для всего мира, как Республика Беларусь, безусловно, должно строиться на нашей
памяти. Уроки допризывной подготовки посещают почти 900 учащихся 10-11 классов с разных школ. На выставке, посвященной Великой Отечественной, дети изучают документы той страшной войны, планы наступательных операций «Ост» и «Барбаросса». Работает тут и этнографический музей «Белорусская хата». Воображение поражают глиняная посуда, старинный сундук, ткацкий станок и детская люлька первой половины 19 века. Здесь хранится советский фотоаппарат. Модель «Смена-8» занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Камера считается самой массовой в мире. С 70-х по 90-е было выпущено свыше 21 миллиона экземпляров. С одной пленки выходило до 36 снимков. А в комнате боевой славы 21-й школы проводят уроки мужества. В роли экскурсоводов – учащиеся правового класса. Экспозиция посвящена обороне и освобождению Бобруйска. Среди экспонатов – пулеметные ленты, патроны, винтовка системы Мосина, пистолет Макарова и даже макет танка. Функционирует здесь и музей белорусского народного творчества. Мне очень нравится роль экскурсовода. Подготовка занимает достаточно малое время, когда приходят ребята, и ты видишь интерес в их глазах. Это приносит мне даже некое удовольствие. Подрастающему поколению нужно знать историю, потому что это как бы наше прошлое. И для того, чтобы мы, например, не допускали тех же ошибок прошлого, мы должны чтить и память о войне, и историю в целом. Исследовательской и поисковой работой занимаются и в первой школе. Здесь когда-то учился герой Советского Союза Борис Ковзан. Его имя учреждение носит с гордостью. Ребята с горящими глазами узнают о единственном в мире летчике-истребителе, который совершил 4 тарана и остался в живых. На счету человека-легенды 360 вылетов, 127 боев и 28 сбитых самолетов противника. У ребят, особенно младшего возраста, это вызывает особый интерес и восторг. Второй зал нашего музея посвящен именно истории школы. Там прослеживается история школы, начиная с послевоенного периода времени и заканчивая современным. Кроме первой, еще две бобруйских школы носят имена героев Советского Союза. 27-я в честь Веры Харужей и 35-я в память о Борисе Бахарове. Сейчас здесь установлена мемориальная доска и открыт музей, посвященный подвигам генерала. Сам он похоронен на площади Победы, где легендарный танк Т-34 напоминает благодарным потомкам о том, какую цену заплатили наши деды и прадеды за мир и независимость Беларуси. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!